Я сейчас примерно знаю, какая самая старая карта в стендофе. И это трейнинг аутсайд. Самая старая карта, походу, это она. Как вы все знаете, самая старая версия, ну, в старых версиях стендофа были не с первого лица, а там с третьего вроде. Как там? Короче, он как во Free Fire. И теперь он с первого. Но я сейчас покажу фотку самой старой карты. Это, наверное, вот трейдинг аутсайд, это, наверное, правда, она самая старая, я думаю, это самая старая карта. Но это я только думаю. Вот сейчас вам покажу. Ну вот и эта карта. А еще я могу показать вам, какой был очень старый Бравл Старс. И сейчас я вам это покажу. А вот и старая иконка Бравл Старс. Конечно же, мой друг это скринил вот этот Бравл Старс, скачивал. Я его заскринил. И вот то, что мне отправил мой друг. Это очень старый стендов.